Работа мечты, большая зарплата, минимум напряга и никакого риска. Именно так меня заскамили и приняли на работу в Гейт. Сеть секретных подземных лабораторий, которые содержали в себе целый склад самых опасных аномальных объектов и чудовищ. Ничего не напоминаю? В общем, это я, местный Human Resources. А это мой коллега-ученый Алекс Нотрилл. И наш первый рабочий день, который пошел по пи... Добрый день, Раймонд. Добрый день. У нас тут проблема возникла, понимаете? Пройдемте. Какая проблема? Человек умер. Блин, он не дышит. Да, знаешь нас. Буквально через кафетерий мы нашли местного охранника АТБ, который четко дал понять комплексу жопа, никто ничего не знает, но было сказано валить. А сделать это проще всего через производственный комплекс. Короче, он нам ничем не поможет. Это Мурло вот это. Он всегда был мудаком. Вот как только наняли, он был просто пидорасом, бля. Базированное мнение. Нам нужно сразу обосноваться где-то. Постойте. Так. Вы любите вот качаться железо, вот тягать? А где? Вот там. Да, пойдем. Нужно убостроиться. Я думаю, мы тут надолго, коллега. Блять, я стекло разбил. Ее не разбить. Мощная баба, ничего не скажет. Немного обустроив свое убежище и наобщавшись с мадам, я решил немного поучить своего коллегу охоте. Опа, и подходим и просто давим на Е. Ого, никаких хатов. Давай, пробуй. Не получилось. Давай, дави на Е. А, вот и ебака. Иду, я показываю. На, отойди, если фиолетовым светится. Не, все, пизди его. Отходи. Кидаем сетку и бьем. Все, разделывай, а то он меня кусил, у меня кровотечение. Ты, кстати, пасхалку так и не заметил, да? Какую? Тут желтого цвета не было. Штаны у меня какие? Какая у меня кофта? Блять, капец, пиздец, я тугой нахуй. Все шло хорошо, но ровно до того момента, пока мой коллега не решился взяться за заготовку. Все, можешь готовить. А то я же скоро сдохну с голоду. А, блядь, а что мы сейчас приготовим? Электричество сейчас вырубится, давай быстрей. Блядь, что? Электричество скоро вырубится, ночью его нету. Доставь плиту, а потом на него жратву. Бери жратву теперь и кидаешь на нее. А я ее случайно схавал просто так. Пиздец, от тебя фонит уже радиацией. Все, приехали. Все, офнули? Да, офнули свет. Так, обогреватель, не то. О, а, нет, ты посветил, я думал, свет включили. Блять. Не было бы у тебя генератора, ты бы понял, мем свет дали. Да. А настрадавшись с фонариками, мой коллега Нотрилл неожиданно обнаружил брешь в нашей обороне. Ебать, нас оборона говна, знаешь почему? Чего? Смотри. Ай, бля. Ну, мы потом, ну все, уже день как бы, можно не париться. Ну, да. О, мороженое. Сколько оно стоит? $1. Сколько? 5 голода, хуйня. Не покупай. Блять, я замерз. Сука. Да, надо начать эти ДСки, но я успел заскринить. Блять. Жена моя, вот тебе еще. Сейчас. Вот так одна. Ооо, вот так одна. И сейчас штекер подключу в тройничок. Лови. Наконец, разобравшись с проблемами жажды и голода, мой коллега Нотрилл решил признаться, что имеет проблемы с желудком. Вы, извиняюсь, вы какаете? Или вы писаете? Я какаю. Я понял, как я вас закрою, а тут, бля, воняет гомоном от тебя, сука. Ну, посрать люблю, бывает. Да, знакомься, это Фредди. I thought they were coming to help, but they weren't gatekeepers. Он такой дебил у нас, понял? Да не нужно его за это бить. Перед отключением света надо посрать. Ну, тут можно срать и с отключенным светом. С Родины Гонсалес. Именно с этого момента пукательно-сральные процессы начали нас преследовать все оставшееся выживание. В честь этого даже появился счетчик в углу экрана, что будет подсчитывать количество сортирно-пердильных шуток и диалогов. Бля, срать хочу, я пойду посру. Блять, ты заебал уже. Там весь толчок забит нахуй после тебя. Ну что бы делать, приспичил посрать, все. Бать, мне говно, фу, просто забито. Пиздец, да что такое с тобой, блядь? А, вон, видишь, да. Шел там уже светится, урод, блядь, идет. Мразь, просто, вот эта жерсть. На кого он напал, нахуй? Я по нему попал. Ну, можешь пока ебашить его, давай, я буду светить. Битва с первым охранным ботом растянулась минут на 5, где мой коллега даже успел показать гений сообразительности. А мы будем только этим убивать? А ты хочешь в ближнем бою попробовать его ебало набить? Он тебе сразу сейчас скосит, у него же шокер, нахуй. Вот, а что ты вообще нормально? А, он же плавать не умеет. Ну давай попробуем, блядь.
что-то не пошло не по плану, да, робот? Видишь? Он же не может в воду пойти. А, тупой робот. Я его буду копьем вот так. О! Один ЦПУ есть. Епать, копать, Василий Петрович. Ну шо, готовьте жопу. Я буду устанавливать сейчас все пароли. Поебды над роботами позволили нам скрафтить целый прибор для взлома замков, что не только дало нам доступ к новым локациям, но также открыло самое топовое место под базу в игре. Хакаю. Капец. 1, 2, 3, 4, 5. О-о-о. В окно посмотри. Ты его ебашишь, блядь, ёб твою мать. Да. Он, кстати, мне помог, он убил хлебушка. А он, да, тут он всех вообще ебашит. Ну правильно, бля, пусть ебашит. Правильно. Прядочек, блядь, прядочек на местах. Сильная рука, блядь. Сильная власть. Сильная независимая, блядь. Да пиздец. Я иду ебать Али-Бабу. А, ну и все. И спизди у меня, блядь, мой килл, нахуй. А что, туалет бежать? Серьезно, бля? А вот туалет, алло, вот же раздевалка, блядь, у нас. Штука для взлома также открыла нам доступ к отделу с раненым солдатами порталом. Первый буквально умолял нас не открывать проход в другое измерение, но я был непреклонен. А я открою. А что ты мне сделаешь? А я сейчас взломаю и открою. А что ты мне сделаешь? А я в другом городе. Ну пиздец, все, нахуй, черную дыру открыл. Все, мы теперь тут будем жить в домике на дереве, что тебе не нравится. В новом мире было предельно душно. Там был туман, было стрёмно, и везде ходили огромные страшные мрази, на которых наше оружие не работало вообще никак. Быстрее, можешь на спидах. Оно глухое. Если ты записи слышал. Сейчас он пройдет, там видишь люк канализационный. Ну тут прям, да? Бать, он прям надо мной, нахуй. Пидорас. Сука. Так, давай, пойдем. Погнали, ебаный нигер. Не! Пизда! Их двое. Ебать, ты где? Пизда! Фу. Ебать! Ебать! Это вот хуйня куда сейчас пойдет? Так, вылазим нахуй, давай, быстро. И сюда. Но они, кстати, лохие, далеко бы бежать. А, ты все, ебать, ты успел. Я думал, тебе пизда. Нет. Бля, ну он... Ебать, оно руку аж тянет. Блять, я срать хочу. Все, нормально, он успокоился. Ну я пока покакаю. А, да, давайте посырем. Пока есть время. Другого шанса не будет. Да, возможно. У нас задание забрать энергоячейки, желательно все три, они нам понадобятся. О, нашел. Ебать. Прям. А, теперь можем выбраться. Оказалось, что сбор энергоячеек открывает нам порталы в другие части города, позволяя получить доступ к еще более стрёмным и сложным локациям. Ебать, автомат сколько он весит. Нихуя себе, не. Не буду я его брать к нам домой, бля, это не до того, я умру, да, хуй тут с ним. Ты такой сидишь, такой, да, коллега, ситуация не очень в нашем городке, да. Это, конечно, такое себе, вот. Да, приходится, вот, видишь, наркомания, что-то шприцы люди колят себе. Да, я понимаю, на таблетках сам сижу, коллега, понимаете. Да. А что ж поделать, жизнь такая. Давай на яйцах пройдем, пойдем. Давай. Оно там бегает. Подожди, там же еще хуйня. О, видишь, вот, видишь, блядь, белое вот это тоже, это ж это хуйня. Ему сейчас нужно... А тут берется, ага. О! О, ща она пойдет. Уже как. Давай, ты вперед, давай, туда. Да не туда! О, сюда вход! Быстрее, пока меня тут не зажило. Блядь! Все, теперь съебаем нахуй! Ну, было прикольно, если бы тут бы прям без лифта потом, вот эта хуйня бы вышла, нам бы пришлось бы убегать. Ну да, мы бы убегали от нее. Я бы обосрался. Сука, дакарка! Ебать. Короче, ты направо, я налево. Так, давай сюда, я думал, ты направо. Блядь. Ой, по горбу, блядь. О, спасибо, что отвлек его.
Так, а, нам сюда, оу. Банло. О, блядь. Ты нахуя это сделал, блядь? Вот скажи, пожалуйста, нахуй ты это сделал, тут закрыто. Он ничего не сделает, подожди. В смысле, он зайдет? А, ой. Ебать! Блять, спасибо. Ебать, разумист нахуй, что тебе еще сказать? О, все, теперь домой. Ура! Добыча сразу трех энергоячеек открыла нам доступ как к новому оружию, так и производственному цеху, где, по словам других ученых, может быть доступ на поверхность. Дэшка? At first, I thought it was an accident. Вот труп валяется. Ученые. Нахуй я верченый? Да-да-да. Хуй копченый. Вон там, по-первому, чел с автоматом. Можно его с арбалета снять. Да, ты думаешь, что это его убьет, блядь, чувака бронированного? Ну-ка, его ты достыкал. Я сейчас убью всех, блядь! Давай, ебать, ты дашь его, я не жалеешь по почкам, блядь! Патроны, чё? Военные электро... О, армейский рюкзак! Ебать, я сейчас тебе свой тогда скину. Я думаю, чаще всего говорю о том, как я хочу срать. Капец. Ну что, лопнешь или человек? Нет. Зато откровенно и честно, хочу срать. А не носик там припудрить или что-то еще? Ну да, нет, нормально так, чистого человека. Навалить какиша хочу. У меня петух. Вот тут. Куда? Бери прям на меня. На, давай, ебаш его, ебаш. По почкам. Блядь, я сейчас сам себя поджег. О, армейский рюкзак бери, у меня есть уже. Вообще прикольно, чего сидит, торгует, а тут пиздец происходит. Получив новые ресурсы и бафнув оружие, мы наконец-то нашли местного кузнеца, который дал нам примерную наводку на возможный выход из комплекса. Но прежде чем это сделать, мы решили немного пофармить местных врагов. Тебя сейчас задавят нахуй. А, нет. Ебать. Бля, ебать у тебя реакция нахуй манхуста. Бля, по тебе нахуй. А, блядь, пулеметчик. Уходи, уходи отсюда! Ебать, у меня дыра открылась. Ебать, не удалось остановить кровотечение, сейчас сдохну. Все, прощай, Алекс. Че, реально сейчас сдох? Не. Да, бля, он... Помоги! О, спасибо. Пизданулся, бля, а где тут пулеметчик здесь? А вон, наверху, видишь, желтая хуйня. Если мы слишком сюда подходим, вот сюда, понял, где мы сейчас стоим, то нам пизда. Блять, подождем сейчас, я тебе наколол наркотиками, вот этими стероидами, понял, анаболиками в голову. Так что ты сейчас жизни восстановишь, мы сейчас, я тоже себя кольнул. Сейчас мы похиляемся, и по-быстрому, понял, так, чики-брики. Назад или вперед будем идти? Ну, вперед, чтобы под него, понял, подпрыгнуть, тогда он не сможет стрелять. Чуть позже я понял, план был хуйня. А, блять, ну я сейчас умру от кровотечения. Давай. Там мне такая дыра, блядь, ты охуеешь. Все, прощай, Алекс. Ебать, мне надо посрать. Это пиздец. Бля, понаберет перков на обмано. Но кто мне их советовал, блядь? Так вроде мне вон тоже, но что-то мне такого пиздеца не было. Блядь, мне нужно помыться, покакать, поесть. Ёбаный симулятор жизни. О, я нашел вход к пулеметчику. Их много тут расходят. Сиди точно слушай. А, блядь, ебать их столько! Ебать! Сколько народов мы убили! Зато тут патроны набили. А ёб твою мать, блядь, ты-то откуда взялся? Хуйло. А, я патроны потратил. Лол. Вот, держи. Блять. Я сейчас поставлю пулеметчик в будущем, они же респаунятся, блядь, сейчас преграды. Поначалу наш план мести шел неплохо, но ровно до того момента, пока Нотфилл не решил согреть на себя вторую половину врагов. После этого они начали переть отовсюду, из улицы, с соседнего здания, с подвала, блять, с моих карманов. Я на секунду подумал, что Алекс работает у меня пятой колонной. Надо убегать. Ебать, их там еще внизу, блядь, сейчас идет. Это пиздец. Блядь, я сюда. Блять, меня тут снайпер убил. Вот это без подготовки. Ты, блядь, взял, просто открыл нахуй на толпу. Блять.
Вот, смотри, выход, блядь. Ебать. А, ну не все так легко, я думаю. Бля, ну давай накаркай. Смотри, какой свет из тоннеля, блядь. Сука, аж глаза болят, какой дебил это делал. Бляд. Do not shoot, do not shoot. Я так... А, бля, так а... Подожди, так он заваленный тут везде. Наёбка. Главный выход с базы оказался завален, и новый вариант спасения мы получили только, когда нашли вот эту мадам. Она предложила нам пробить проход к лабораториям с помощью местного дронного коллайдера, и уже далее найти новый выход на поверхность. Пойду навалю жидкого дрестуна. Жесть. Навалил. Это ваше коронное блюдо? Yes, yes. А чтобы запустить коллайдер, нам нужны были дефицитные ресурсы. Получить мы их могли лишь у кузнеца через обмен, который отправил нас рейдить местный аномальный поезд. А эта хуйня не должна останавливаться, или вся эта дерьмо, или наш мир взорвется, понял? Капец, прикольная локация. Ебать, давай, можно просто понаслаждаться видом, знаешь. Служная пенсия, наконец. Че, я капну сухариков как раз. Подходит. Можно шлем снять, подышать свежим воздухом. Пахнет дымом сверху. Блять, воняет говном. Блять, они сзади тебя. С двух сторон, блядь, давай. Поджимаем, поджимаем. А, патроны всё кончились. Нормально. Все, на базу. Чай, хоть помоюсь, блядь. Что так? А, посрал. Ой, там чел срал. Помешали человеку. Все, вызывай. Я включу это. Ебать, её дёргает. Да, ты не убился, ты живой. Вызови еще вниз. Ну тебя нахуй, блять, водила. Нахуя ты назад сдал, скажи. Пиздец. Блядь, опять нахуй. Подожди. Сейчас, не нажми. Нажми, да, сейчас, подожди, сейчас. Да, я подъеду нормально. Давай. Сука. Пиздец. Все. Так. Теперь аккуратно, все, на меня, теперь налево, то есть направо. Паркуйся так. Тут, бля. А, хочу срать, подожди, сейчас посру и пойдем. Видео будет называться, как Алекс срет 20 дней. В Абиотикфак, срем 20 дней с Алексом в Абиотикфак. И 100 часов сранья в Абиотикфак. Сука. А достав все необходимое, мы принялись за починку коллайдера, готовясь вот-вот его запустить. Раз, ищи такую большую красную трубу где-то наверху. Пока к ней поднимешься и ебать. Окей, так, ёбнуть синхотрон нужно. Нажимай давай. В случае чего, на тебя вся ответственность, типа. Алекс, что ты наделал? Ебать твой рот. Алекс, 3-6 рингена, ну нахер ты это сделал? Ну прикольно. Там просто дырка образовалась, пойдем спустимся. А что нас ждет далее, вы узнаете уже во второй серии. Если вам интересно, то просто тыкните лайки и подписку, чтобы не пропустить продолжение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.